От Москвы до самых доокраин. 1 ноября пройдет Всероссийский географический диктант. В Белгороде место сбора ПелГУ в 11:00. Проверить свои знания может любой желающий. Откровенно на любые темы. На Мире Белогорье стартует 3-й сезон молодежного спик-шоу «Избранные». В первой программе депутат облдумы Александр Сотников, главный врач 1-й городской больницы, отвечает на вопросы молодежной студии «Мир Белогорье Лайф». Хранители народных традиций. В Новооскольском районе прошел 6-й фольклорный фестиваль «Покровские гостёбы». Среди участников и взрослые, и детские коллективы.